изучив правила дорожных знаков. В эфире очередной выпуск передачи «Автосервис». Смотрите ОТВ. Телеканал ОТВ. Программа «Поколение будущее». Это была программа «На планету». Люди очень любят возвращаться в то место, где им было хорошо. А мне здесь было очень хорошо. Команда была такая, человек 10 было. Молодые все. От 19 до где-то 27, по-моему. 27 было самой старшей девочки. Все молодые, красивые. С такими именами необычными. Жанна, Вета, Давид. Мне очень здесь нравилось всегда работать в этом коллективе. И вообще вот поначалу было семейные такие здесь были отношения. И вроде как рабочий день еще не закончился. Галина Алексеевна, она тогда была еще ИО главного редактора, говорила: «Людмила Николаевна, ну все, вы больше не нужны, идите домой». «Не, мне здесь так интересно. Я уже побуду пока до конца рабочего дня». И все начинали с нуля. И я помню, как мы радовались первой 10-й кассете, первой 100-й кассете, прям отмечали. Я для себя, мы, у нас прям праздник, у нас уже 100 кассет. Я всегда так очень волновалась, вдруг я не найду, когда ко мне приходил какой-нибудь корреспондент и говорил, что мне нужны вот такие кадры. Я очень волновалась, найду, не найду. Но обычно всегда помогала корреспондентам находить нужные кадры в архиве. Здесь люди, природа, события, все района. Это как, не знаю, архив семьи. Потому что в стране может там что-то происходить. Это касается все равно каждого, но это как-то все-таки далековато от нас. А все, что происходит здесь, это о нас. О людях, которые вокруг тебя, да, события, которые происходят вот рядом с тобой, картинки, которые ты мимо проходишь каждый день, улицы, да, предприятия, люди, которых ты знаешь, видишь вокруг себя, телеканал, который рассказывает о твоей жизни и о людях, которые вокруг тебя, мне кажется, это очень ценно. Нужно знать город, район, где ты живешь, что здесь происходит. А телеканал как раз и рассказывает о том, что здесь происходит. И я желаю, чтобы у вас было как можно больше, на вас обращали внимание те, кто может дать развитие вашему каналу, чтобы покупали как можно больше современной аппаратуры, финансировали побольше ваш канал. Сделать интересным вы его можете сами. Интересные программы, интересные новости, все интересное, что происходит в нашем районе.